жопа лис, 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 жопа лис. Донат приходил. Моррисон Хотел, спасибо большое. Так на бой 35 месяцев. Хмельной хмель 15 месяцев. Благодарю. Мияус. 4 месяца, спасибо. Поспать бы или могу. Ну да, вот ты сабнулся, в принципе, можешь идти теперь. В принципе, можешь идти. Спасибо большое за саб, чувак. За 4 месяца ща я другую музыку включу. Охуенную. Блять. Кстати, я так понял, я в прошлом стриме был настолько бухой, блять, что врубил сабчат первый раз в жизни, да? Это было. Хорошо, что я вот удалил, чтобы этого не видеть всего. Но хотя его и не вей пришлось удалить. Бы, потому что там весь стрим из музыки. О, круто, ну лучше донатить, чуваки. А то видео, кстати, готово почти. Но проблема, типа, есть. Полоска-то даже наполовину еще не заполнена. Я, конечно, долбоеб, что я ее так поздно. Кстати, спасибо, Хмельной Хмель, за подарочную для Дудримио. Ебать. Спасибо. Хайповоз паровозенько приехала. Хорошая страшилка была запущена в группе. Какая, когда? Я что-то еще с пьяну запостил. Спасибо, Хмельной Хмель, большое за паровозеньку сабчат. Ой, тьфу, сабхайп. Или как этот? Заказывать видосы? Да, конечно. Конечно. Типа, ну, естественно. А то, видите ли, как бы видео уже завтра выйти должно, должно в теории, а полоска даже наполовину не заполнена. Правда, я допустил ошибку, то, что я эту полоску только, по-моему, на предыдущем стриме врубил, блядь. Или на поза предыдущем, я не помню. По-моему, на предыдущем. Блядь. Я просто стримлю еще так редко, что вообще пиздец. Что ж, даже не помню. Когда, что было? Смайл мод стоит 150 рублей. Ну, maybe, да. Короче, я сегодня хотел апнуть пораньше, блядь, часов 8. Но я ждал сегодня целый день курьера, блядь. И это... Блядь, это бабка со снюсом, блядь, какая-то. Ну, какая-то 60-летняя бабка со снюсом, типа, она выехала, блядь, приехала на два района дальше от меня, и я еще минут 40 ждал, когда она на автобусе допиздошит, блядь, до моей хаты. Ну, короче, мандец. И, кстати, у меня, возможно, ковид. Ну, то есть уже очень большая вероятность. У меня симптомы сегодня появились. Вызвали челика, завтра мазок возьмут. Я запахи паха еще чувствую. Пока что. Ну, запахи чувствую, знаете, такие прям вот супер резкие. То есть там курево чувствую, еще что-то. Чеснок какой-нибудь там, да, а вот просто едьбу особо не чувствую. Нарезки для СНИФ 2. Кстати, ни соплей, ни кашля, даже с дыханием нихуя вообще ничего нет. Буду отходить, кстати, периодически. Делать разминку на 10 минут, ну, на какой 10, там, на пару минут. Чтобы именно подвигать сиськами, потому что сказали, типа, обязательно двигать сиськами, чтобы застоя в легких не было. Чтобы отек не случился, иначе придется уколы в жопу ставить, а я не умею, блядь. И мне некому их делать. Ковид себя проявляет через 5 дней. Ну, проверим. Завтра anyway буду тест сдавать. Спасибо за 50 рублей, Дудрим. Чё за страшилка? 5 в советском пространстве.
Короче, ни соплей, ни кашля, ну, в принципе, ничего, просто вот как будто... Просто как будто у тебя 24 на 7, температура 37+. То есть у меня под ночь было где-то 38, пропотел немного, но это хуёво, кстати. И остальное в течение дня где-то вот в районе 37, как будто по ощущениям. Хотя я мерил, у меня там 36,7, по-моему, что-то такое. То есть очень странное чувство, типа вот как мне друган рассказывал, что типа ты встаешь, проходишь какую-то маленькую дистанцию, и тебе тут же... ну, тебе тут же хочется прилечь, отдохнуть. То есть, типа, очень изматывающая хуйня вот от гриппа с... температура, и, по сути, отличается только тем, что... То есть, ну, пока вроде норм, я не знаю, может быть, дальше будет хуёво, но я надеюсь, без осложнений, блядь. Просто вот отличается только тем, что немного голова ещё болит. У меня, типа, голова вообще не болит никогда в жизни практически, то есть никогда у меня голова не болела. Ну, сейчас как будто вот давление, что ли, какое-то над глазами небольшое и так далее. Вот когда вверх смотрю, вот как будто давление, чуть башка побаливает, прям самую малость. В телефон ночью смотреть не могу вообще, типа, вот. И как будто температура, но пока ни кашля, ни соплей, ни горло не болит, ничего нет. Самое... Спасибо, что спросили, кстати, никто не спросил, блядь. Тутрин два видео по 50 рублей скинул, спасибо. Благодарю. Да, надо что-то с этой полоской вам сделать, блядь, потому что... три видео по 50 рублей. Паровозенька уехала. Вам надо что-то делать с этой полоской, потому что завтра выходит видео. Ну, должно выйти. Попугаинка. Хороший попугайчик. Енотеньки. Блин, надо будет только эту полоску куда-то сместить потом. Во время игры. Енотеньки. Блин, какие умные, они подходят, один берет и уходит, остальные не бегут за ним. Оп, убежала. Крыса. А Морген такой, чоу. Задискредитировал всех. Последняя белая енотенька покушала. Так, это... А тут котеньки. Спасибо за три видоса, Дрейм. Блин, они такие жалкие прям. Ну, что у них с глазами? Им прям вот хуёво как будто. Как видео называется? Котеньки. Че это за порода такая? Куда они палят? Скачал, кстати, Oblivion, блять, не поверите. Создал там флопу. Может, побегаю без стрима. Овощ в строю, платить дань не забывает. Когда же кончится учеба? Спасибо, нон-стоп, за 100 рублей... за саб на миллиард месяцев. 35 месяцев. Ну ладно, если можете и сабаться, в принципе, сабаться тоже хорошо. Разрешаю сабаться. Разрешаю. 35 месяцев, спасибо. Блять, хотелось так сегодня пораньше врубить, но сори, блять, сори. Чувиха, блять, не может нахуй просто приехать на нормальную станцию метро, блять, и приехать за две, блять. Троллфейс удалили, а я вам объясню почему. Потому что вы же помните, что Троллфейс это лицо, слисованное с маньяка, который на стене говном рисовал. Типа, он нарисовал, убив свою жертву очередную. Блять, какая депрессивная музыка. Лицо, срисованное с Амогуса. Точно.
точно. Стрим видосов, господа. Первый час стрима — это стрим видосов теперь отныне. Или чего-нибудь еще, или, может быть, каких-нибудь тестов, кстати, если кто-нибудь что-нибудь скинет. Если, кстати, есть какой-то интересный тест, который вы бы хотели, чтобы я прошел, например, то есть вы считаете, что вы в чем-то лучше меня, например, да? Ну, докажите мне это, я пройду тест и выебу вас. А если даже по результатам теста будет хуево, я обещаю, что мы 1x1 встретимся на поприще того, о чем был этот тест. И разрядилась сишка. Тест на зэка. Троллфейс был нарисован 18-летним. Подожди, стоп. Кстати, недавно появился Карлос Рамирес, да, его звали. Недавно появился словарный запас, тест личности, словарный запас, бесплатный тест личности. Я это проходил же уже тогда, миллиард человек смотрело. Словарный запас, давайте на словарный запас. Что хотел сказать? Короче, сейчас появился сервис для художников, блядь. Забыл, как он называется опять. Я вот ЛГБТ скидывал, бля, название забыл. Короче, там чуваки, блядь, регистрируйтесь, там чуваки свое говно, просто вот какое-то, типа, там 3D-модельки какие-то конченые, ассеты какие-то, фотографии и так далее, выкладывают под авторским правом, типа, и продают за эфир, блядь. Причем продают за дохуя эфира, продают за 400, ну, то есть где-то в переводе на доллары, где-то $400 получается. За каждое просто супер говнище. То есть, ну, в принципе, те видосы, которые это рекламируют, это заказуха, блядь, полная. Но некоторые там, ну, там зарегистрированы все люди, которые, типа, вот, Карлос Рамирес там зарегистрирован тоже. Он там Троллфейс продавал, по-моему, за, там, $1000, что ли, или примерно так. NFT-картинышки вы... Ну, типа того. Да, ArtStation. ArtStation... Нет, не ArtStation. Вкус в играх лучше твоего, докажи обратное. Ты ансап. Значит, все, что ты делаешь, все плохо. Все, я доказал. Вот, короче. И, в принципе, это логично, потому что эфир как бы реализуют. Поэтому цены заламывают, бля, пиздецкие. Так что ректись, блядь, выкладывайте свои подделки, особенно фури. Но есть, конечно, нюанс. Чтобы выложить пост, туда надо $100 вдюпать. Так, тест словарного запаса. Донатер лучше саба. Ну, блин, не всегда, кстати. Мой вкус. Выиграл лучше твоего, докажи обратное. У тебя ник транслитом. У тебя ник транслитом. Доказал. И ты считаешь DS1 хорошей игрой. Так, и Сигнак, 52 месяца, спасибо. Спасибо. Чё за сайт? Блин, скиньте название, я забыл уже. Я ЛГБТ кидал этот сайт, блядь. ArtStation, что ли, реально, или я не помню. И Сигнак, спасибо за 52. Так. Сколько слов вы знаете? В русском языке несколько сотен тысяч слов, хотя обычно мы используем всего лишь считанные тысячи. Пройдите тест. Знаете ли вы это слово? Чуни. Не знаю. Интерфейс знаю. Эфемерный знаю. Саврасый. Не все слова настоящие. Я только хотел спросить, такое слово существует вообще, блядь? Эдем знаю. Паноптикум знаю. Пердюмонокль. Фонобире, блять. Фонобире, есть такое слово вообще или нет? Я его слышал где-то, блин. Чуни, это ботинки, а? Фонобире, если бы мне кто-нибудь намекнул, может, я бы понял, что это вообще. Блять, такое слово есть? Ну, ладно, я тогда не знаю. Пиетет, не знаю. Фимиам, знаю. Благово... А, о, вот-вот, уточнение же еще есть. Чохом, не знаю, втуня. Блять, а есть нормальные слова? Давайте хотя бы... Антрология, не знаю. Денонсировать, не знаю. Попона, знает, из одежды что-то. А покрывало? Акцепт. По-моему, такого слова нет. Есть слово акцент. Матримониальный, знаю. Это брачный. Ортогональный, знаю. Зипун.
Но по контексту я могу догадаться, что это, если мне сейчас вот эта хуйня выскочит. Фонобирия, кичливость, спесь, мелкое чванство. Зипуля. Дед зла, спасибо за 50 рублей за на чокопай. Ой, бля, как я давно чокопаев не ел. Ебать, завтра килограмм всех этих чокопаев закажу. Нахуй. Зипун вообще-то от слова зип, наверное. Ну, короче, будет уточнение. От слова зип, наверное, это как молния, типа. Зипун это куртка так. Ну вот, зипун, наверное, типа. Как слепон, типа. Блять. Лядощий. Не знаю. Перипетия. Знаю. Неожиданные осложнения или распутица. Но это одно и то же, по-моему. Как бы. Перипетия. Ну, типа. Распутица, влекущая за собой осложнение, насколько я... Ареал. Знаю. Область. Фанфик. Знаю. Шрапнель. Знаю. Корреляция. Знаю. Так, это можно вообще... А! Но это произносить, наверное, не стоит. Ладно, не знаю. Пагаус. Ну, догадываюсь. Артель. Перипетия. Артель. Ну, я если высветит с хуйня, я точно отвечу. Аберрация, знаю. Наяда, знаю. Барк. Барк, наверное, это что-то с кораблями связано, скорее всего. Барк. Как баржа, типа, вот это же... Вообще... Слово баржа, собственно, это же от кораблей тоже. Там эмбарк, вот это слово и так далее, нет? Баркас, корабль. Тринцидентный. Ну, примерно знаю, но объяснить не могу, если вообще я не путаю, если это с каким-то другим я словом не путаю. Они настоящие слова как-то помещаются вообще? Тринцидентный. Ладно, не буду выебываться. Плебисцит. Это референдум. Тибильга. Не знаю, что это. Амбивильный. Я думал, типа, это как амбивалентный, типа, то есть как бы что то, что это, есть же такое слово, как-то амбивалентный или как типа и то, и другое. Разве это не то же самое? Это не настоящее слово. Вы не... Ну, кстати, первый раз я зафакапился, блядь, за все время. Я думал, это я все неправильно, типа, амбивалентный. Я думал, может, наоборот, надо говорить, типа, амбивильный, блядь. Днесь. Хлеб наш насущный, дай нам днесь. Шлафрок. Не знаю, что это. Зело. Тоже не знаю. Повадчик, ну понятно. Петроглиф. Это типа... Разве наскальное? Ну, по-моему, значит наскальное. Русский родной язык, да. Сколько вам лет? Блядь, не хочу показывать, сколько мне лет. Ну давайте мне будет 25. Вообще я чувствую себя на 18. То есть мне может быть больше, мне может быть меньше. Но я всегда говорил, что нет. Давайте мне будет... Нет, давайте мне будет... Вот 24 пускай мне будет. Ваш индекс внимательности 91%. Вы отметили следующие ненастоящие слова. Амбивильный. Но есть же слово, по-моему, амбивалентный. Или нет такого? Несмотря на это, вы прошли большую часть проверок, и результатам теста можно доверять. Ваш результат лучше, чем 96% опрошенных. Ну, в принципе, да. То, что я лучший во всем, блядь, за что бы не брался, это понятно. Может, еще разочек его пройти? Блин, а есть тут статистика, какие слова были ненастоящими, и пояснение слов, которых я не знал? Есть ли интересно? Распределение результатов 430 272 опрошенных. Ну, нормально. Нормально. А вот более подробный анализ результатов здесь, но тут реклама какая-то. Тут это уже какая-то хуета, которую читать нереально. Амбивалентный, неоднозначный. А я думал как раз наоборот именно, типа, однохуйственный, амбивалентный.
То есть валентный, да, и амби это типа амби, то есть, ну, как амбидекстр, то есть и так, и сяк может. Тест на возраст. Ну, короче, блин, тот чел, который это скинул, 96%, блядь. Get on my level. Психологический возраст. Не, ну это хуйня какая-то уже. Тоже туфта, блядь, какая-то ёбаная. У меня 97. Да, пиздун ты. Еще второй раз пройду, 100 выбью, блядь, квотите. Двойственная амбивалентный. То же, что и дихотомия. Ну так двойственный, ну. Короче, идем в страшилку, бля, играть. Чат. Мус-тесты, ну скиньте какие-нибудь мус-тесты, чтобы вы не думали, что я голословный пиздобол, что у меня видео уже готово. Видел тест на саунд-эффекты и в играх. Да, я проходил его. Я проходил его. А чтобы вы, как сказать, верили, что я не пиздон. Бля, как мне вам показать бы? Как мне вам показать бы, чтобы вы не поняли, про что видео? Так, ну тут в принципе не видно. Сейчас сек. Ну тут, ну да, тут и так невозможно ничего разглядеть в целом. Вот. Правый голый кусок, это сколько мне осталось демонтировать. минут футажей, гайс. 18, пардон. Го-хоррор твой? Ну, го-видео лучше. Тест я проходил. ВК написал, что видос готов, но это я сейчас стрим закончу и доделаю. Там как бы справа просто футажи находятся, а снизу находится голос, и мне надо просто одно подставить под другое, блядь, и все. Ну, по таймингам, естественно, подогнать. Обычно это больше всего времени занимает. Подогнать под тайминги. Видео про страшилки, да. Оно, скажу вам, настолько депресняковое, что мне даже самому его делать немного неприятно. С играми один кал, а без игр. А. Новый. 2000 из Music Quest. Я не могу это на Твиче врубать. Скорее всего. Тест на звуковые эффекты проходили, блядь. Может, угадай игру по скриншоту? Ну, скорее всего, там будет, блядь, даже не скриншоты, а там, типа, знаешь, это... Количество вопросов в тесте 14. Ну, что там, сейчас Assassin's Creed будет в капюшоне показывать? Я помню, в группе Мэдисона была эта игруха, если кто-нибудь помнит старую группу Мэдисона. Может, если вот удалишь... А чё воды удалять-то по КД смысл? Ой. Папиросочка. А прикиньте, как было бы круто, если бы завтра видео вышло.
Прикиньте, как круто, если бы люди не были говноедами, и мне бы не приходилось унижаться. Потому что они бы были бы умными, и тогда бы расценивали мой умный контент по достоинству, а не так, как есть. Бля, пора эту штуку с фолловерами убрать внизу, а то ее обузят. Написано next video, где оно? От вас зависит. Если видос на ангельском на 40 минут, сколько посмотреть? Что за видос зависит? Ну так, наверное, косарь, если на 40 минут. Так, а чем играть от новой игры отличается? А, продолжить, наверное. Так, мне это не нравится, осуждаю. Метроид нет, не все, я просто прервался. Пока что. Ну, типа так, знаете, актив поднять немножко. Просто люди, типа, хуй на блюде, поэтому я, им не интересно нормальные игры, надо иногда говнеца пожрать всякого. Шрифт Санс, кстати. Не, не Санс, но похож. Ну, оформление уже говёное, блядь, худшее. Так, ну-ка быстро Санса в чат, блядь. А, понял, блядь. Быстро, быстро, блядь, кто не сдох. Такая динамичная камера, как-то понимать. Так, наверное, интереснее. Так, а бегать тут можно бегать. 140 FPS есть, найс. А какое тут управление-то? Задача попасть в 64-ю квартиру покойного дедушки. 54 года. 65-я квартира. Это значит, 100 этаж мне нужен. Ну, что-то я не чувствую 100 FPS. Я чувствую, блядь, 60. Пяти в совке, гайс. Так, управление мне не показано, да? Это зум. Вначале страшилка страшная, а потом кринж. А, мне и не надо дальше. Так, вот шестой этаж. 62-я или какая там была, я забыл уже, 64-я. Бля, чё лагает? Кстати, движок, по-моему, тот же, что и в этом. Как его? ВТГ. Уважаемые соседи, если вы не перестанете шуметь по ночам, мы будем обращаться в полицию. А! Так они живут здесь? То есть тут живут еще люди? Квартира давно заброшена. Как свет урубить? Нет электричества. А что делать? Как свет-то сделать? Это под ПТ? Ну да, это типа ПТ в совке. А, вот. Ну, с таким дефолтным этим я умею обращаться. Счетчиком. Забрать семейный альбом и уйти. О! Кадры из страны Оз, блядь, где, помните, типа...
А не жирно ее пельменями кормить, ебать. Знаешь, кто бляди настоящие? ЛДПР. Вот уж блядистее блядей я в жизни не видела. Столичная. Че, их не выебали за брендирование? А почему герой моргает? Квартира покойного дедушки и при этом какие-то модные кроссовки. Стоп. Это вот он сдох. Что-то вообще тут призрак, маньяк или чё? Сука, фонарик надо бы. Слишком темно. Согласен. Так, не надо меня напрягать. Не хватает детали. Какой, блядь, может отсюда взять? Бля, может включить эту камеру тошнотную, чат, как думаете? Ключ! От чего это интересно? Донатим, ребят. Голосуем в донатах. Во, я знаю устройство любой совковой хаты, блядь. Так. О! Найс. А чё, а бля, чем другим замкнуть не варик был? Так, закрыто это что? Это чё такое? Бля, а чё за звуки? Так, вот свет включили автоматом. А тут можно умереть вообще или нет? Я надеюсь, нельзя. Телевизор не работает. Матрешечки. Русские эту игру состряпали. А кому еще стряпать, блядь? Че еще русские могут состряпать, нахуй, кроме хуйни из ассетов? Чтоб русские что-то нормальное сделали. В плане контента. Ну, кроме меня, ОФК. Митька-титька. Идет.
Так, стоп, не понял. Эта мразь на меня пялится. Скотина. Уходи. Ну, идиот. Мне показалось что-то. Ну, я имел в виду не русские, в смысле, типа СНГ-сообщество, чтобы вы не думали, что я какой-то этот дискредитатор националист, блядь, я же сам русский, как бы учитывайте это. Я ебало там видел. Я ж как бы сам русский, поэтому, типа, я имею право рассуждать как бы с точки зрения пользователя. Уважаю Россию и русских и так далее. Ага. Бля, почему-то во всех таких играх все семейные фотографии куча каких-то рандомных, не похожих друг на друга людей. Вообще, блядь. Вообще не похожих. О, жопу мазать, звездочка. Ну это отсылка, ясен хер. Не, подожди, стоп. Я не могу звездочку или что-нибудь? А, это баг, наверное. Это, наверное, баг всего лишь был. Не могу звездочку подобрать. Так, а как же мне, извините... Тараканчики. Как же мне открыть замок? Три человека в белой рубашке, один в черной. Может, это как-то имеет смысл? Они так не отклеиваются. Ну да, потому что, чтобы обои отклеивались, надо сначала борщ пожарить. Может, реально уйти? Ну, давайте попробуем, кстати. Может, скрипт какой-то сработает. Так, не надо. Не надо. Я не могу уйти уже. Может, этих типов на помощь позвать? Нахуй он один сюда полез в эту хату? Чему вообще надо в этом доме? Это его родственник какой-то, блядь, типа был? Или кто он был, этот дядька? Ну, дедушка этот, который тут живет. Старичок. Здравствуйте, чат, здравствуйте, Виктор Викторович, а я не Здорово. Понимаю, это игра или стрим прямо из моей хаты? Откуда ветер поддувает? Ага. Спасибо, Бахинок. За сотку. Бля, сейчас скример будет, я уверен. Спасибо, Бахинок, тебе за сотку от души. Блять. Типа он за дверью, этот тип? Ну-ка. Пульт какой-то. Это на входе. Бля, что-то мне пиздец не хочется в это играть, если честно. Потому что... Нет, я норм... А, вот громкость можно пойти. Господи, слава богу, ёпта. То просто такие скримеры громкие тут вообще жесть. Мы рядом. Да чё с вас толку, блядь?
Так, а где эта дверь? Это там, где ванна. Блять. Блять, это здесь. Я морально готов. Задача выбраться. А что с фотографией? Где мой инвентарь? Собираем на видео во всем селом. Вот, да. С миру по нитке, гайс. С миру по нитке. Челиком видос. Так, подожди, а где... Бля, я вот просто всевластие, блядь, ощущаю. То, что вы вот сидите, молчите. Потом я подхожу к зеркалу, делаю опознающую анимацию, и весь чат реагирует, блядь. Соответствующей анимацией. Митьки-титьки, который идет. Просто у меня кольцо, мое кольцо всевластия, блядь, я могу заставлять чат спамить курочку одним только мувом. А почему у меня инвентаря нету? Как посмотреть журнал там, типа, и прочее? Подожди, может книжку можно потискать? Он просто посмотрел на фотографии, что туда дед ходит. Так, я морально подготовился, меня больше не напугают скримеры, я теперь знаю, как их контрить. Почему, кстати, таз здесь, блядь? Таз должен быть тут, чтобы он туда ноги ставил, а сюда жопой садился, типа, нет? Скотина. Ах ты старый хрыч. Мне все... Я морально готов, меня больше ни один скример не напугает. Вот я на эту сгуху, блядь, тебя, старого пердака, посажу, блядь. Если будешь со мной цаскаться. Квашеная крапива. Звучит как говяжьи анусы. Кстати, нормальная стала фотка. Там свет? Да хватит вырубать. Бля, я хотел тут врубить обратно, но что-то не получится, походу, да? Или получится, как думаете? Скример! Не. Спасибо тебе, Спун 0, за 200 рублей. От души благодарю. И большое спасибо. EGN61. EGN61, спасибо. Короче, надо как-то тот шкаф открывать, где... развитие... ракетостроения и космонавтики в СССР. Спасибо, ЕГН. Что хотел сказать-то? Бля, мне просто страшно комнату покидать, если честно. Кстати, еще звездочка валяется.
Бля, разве не могу сюда зайти и свет включить? Ну там этот дед, блядь. Может, у куклы что-то, кстати? Так, вот это мне не нравится уже нихуя. Вот это мне нихуя не нравится. Как, бля, открыть это? Я даже не знаю, какими кнопками двигать, типа стрелками. Детали, наверное, надо найти недостающие, и там уже крутить. Сука, там точно света нет? Выключатели. Бля, может наушники снять? Не, все, готов. Нет, нихуя нету. Нихуя нету. Пока нормально. Так, это с войны фотографии. Нельзя. Да сука. А. Типа он меня приглашает, да, туда зайти. Чекнуть, что там. В тубзалете этом. Да хватит свет офать. Прекрати. Я не засу скримера. Я звук вырубил, я тоже. Я снял ишники. Чё он жрет там, скотина? Бля, не хочу я внутрь заходить, если честно. Вижу тебя, тварь. Ну давай, скример, давай, удиви меня. Чё ж ты меня не удивил-то? Я боюсь забегать, потому что будет скример. Чёрт! Все. Радио, радио.
Это музыка чья-то. Чарш, ебать. Блять, надо не забывать, это все лишь, блять, игрушка компьютерная. Почему я об этом забываю постоянно? Надо просто об этом помнить. Это, блядь, текстурка, это нахуй ассет, который он еще, скорее всего, откуда-то схуячил. Или деньги заплатил. Она мне ничего не сделает. Блять. Этот звук вообще то ли из Дума, то ли хуй помнит. Так, стоп. Я не могу дойти. Давай чардж, блядь. Ну. Опять эта хуйня. А-а-а, понял. Ну, открывай. Ага. Тут какой-то маньяк-каннибал жил, походу. Так, я детальки нашел, найс. Дед в углу стоял, нет, не видел. Званый ужин с мразью. Да, это батин суп, а это в жареном виде, походу. Так в духовке. Блин, если бы это было просто про маньяка, было бы пизже. И страшнее. Ты можешь под кровать залезть. А как? И смысл вообще, зачем это делать? От него же бегать не приходится даже. Пока что. Это он топает? Давай, чардж. Чардж туда. Блять. Сейчас скример будет. Сейчас будет скример. Я готов, сука, морально. Давай, блять. Удиви меня. Ну? А, забайтились в чат, ахуй. Я просто слишком погружаюсь в игры, гайс, поэтому мне стрёмно. А, это даже не цифры. А, не, это цифры. И что надо выбить? Какой-нибудь там 1945-й? Смотрите, давайте логически думать, в какие годы блокада Ленинграда была, с какого по какой конкретно? Можете прятаться под кроватью. Ой! То есть, наверное, у него развился каннибализм во время блокады, нет? Так, вот эта зеленая штука. А какая она по счету будет?
Ты чё, скотина? Это меня этот пиздюк спалил, что ли? Ой. Можешь загрузиться. Так, ща. Ладно, чардж. Он приближается, я слышу. Ладно, похуй, я прошел ВТГ, меня уже ничем не удивить. Ну что такое-то? Так, какой символ был? А, зеленый. Зеленый был. Вот этот, по-моему. Вот это был зеленый, окей. Синий. Синий буквой М. Так, еще какие есть? Так, X. Какая-то бутылка виски. Точнее, стакан мартини. Так, стакан мартини. И... Как дела, Стецкий? Лосецкий, наверное, методом проб и ошибок можно. Найс. Фонарь. Блядь, вот стало только хуже, да? Ладно, сука. Старый пердак. Ага. Ты его жертвы какие-то? До комнаты я не выйду прочекать. Блин, а необходимо ли мне залезть под кровать было все это время? Так, его там нет. Чекаем. Блять, кто так дверь поставил, сука? Советские хаты, блять. Он не любит свет. Но его, наверное, фонарик пугать будет, нет? Не хочу заходить сюда, но надо. Скрипт требует, чтобы я зашел. Ну давай, сука. Так. Adobe Flash. Донатим, ребят. А, подожди, F, может быть, надо нажать? Ну... Слышу, слышу, слышу.
И я это слышу. Слышь голос? Не, не слышу. Не, нихуя, нихуя. Иди на голос. В полной темноте. Так. Тут же не до первой смерти, правильно? Тут же чекпоинты есть. Ща я подвигаю сиськами пару минут, а то я уже час стримлю. Не понял. Я стригерился, я какой-то звук услышал, типа. Как будто кто-то сказал за окном. Ебать. Было такое? Ага. Так может я уже сам сдох давным-давно. Нагрудный фонарик. Сигнатурка Силенхилда. Так, ладно. Он сказал, нужно искать голос в полной темноте. Придется чаржиться. Опа! Налево. На кухне. Тут что ли? VR поиграл бы, VR у меня бы инфаркт хватил, блядь. Не знаю, почему я стал так бояться сраных хорроров компьютерных. Может, они реально страшные стали. Да, блядь. Холодос. Блин, может кто-нибудь подсказать? Я не понимаю, а проверять самому искать страшно. Сгущенка. Почему сверху? Ага. Закрыто пока что. А чё он там стоит, блядь? А чё делать?
хватит. Я же не могу мимо него пройти, он же меня кокнет, наверное. Короче, куда я не пойду, все время он пасет. Можно его ебло разглядеть? Не можно. Короче, сюда надо топать. В этой комнате воняет мертвечиной. Ну, так-то понятно. Ну, понятно, блядь. Так, под эту кровать залезть нельзя, 100 инфа. Значит, я не могу умереть технически, наверное. Так. Где? Ну, за ковром, да? Ага. Палец плюс глаз дается ключ. Ну, глаз есть, пальцы и на кухне видел. А плюс зубы еще. Ну, зубы вот. Палец куда вставлять, в нос? Санс. Донатим, ребят. Донатим. Ой, горшочник, спасибо за сапку. 5 месяцев, спасибо, благодарю. Так, палец. Палец был в котле. Я это помню. Ну чё, ты там стоишь все еще, тварь, да? Я мимо тебя прочаржусь просто, и ты меня не заметишь. Он все еще там, да? Ушел, сука. Да без проблем, ёпта. Пальчик берем. Я... Чё? Чё? Совсем тут деваху перекосоёбило. Так. Где этот тип? Ну, палец сюда запихивай, блядь. Куда палец-то запихивать? Глаз, может, надо с трупа забрать. Кстати. Который в толчке. Ай да? Да. Ага. Silent Hill 4 The Room, да? Да, хорошо, хорошо. Давай. Скримерка, я буду глаз доставать. Ага. Спасибо за подсказку, кстати. Раньше-то они не подбирались, эти щипцы. Я столько по ним кликал, что обосраться, они не брались. Вообще базару зеро. Так. Найс. Так. Картина перемести. Сука. Подожди, а глаз, по-моему, тут был. Глаз, наверное, тут в котле бати. Тут как... Глаз, да? Нет, пельмень какой-то. Завали. Не хочу это слушать. Блять, женщина перевернутая. Так, ну... Все же есть. Бля, глаза нет, значит. Гэг про холодильник был. Где глаз-то найти, а? Неужели здесь? Может, у куклы? Кстати. Или свой отдать, типа. Мне такое чувство, что я где-то его видел.
Бля, с динамической камерой реально страховее. Где, блин, глаз? А куда картина опять делась? Мне, походу, свой надо вырезать. Тараканчичек. Бля, я не пойду сюда. Башка, там глаз выделен. Так мне туда надо вставить. Вот в чем дело. А оно что-то не вставляется. Палец есть, зубы есть, а где же глаз? Или может с того же трупа еще раз взять? Может, в холодосе. Блять. Где, сука, глаз? Сгущенка не берется. Это не берется. Может, в кукле? Вот я тоже подумал, но до куклы нельзя дойти. Почему-то. Блядство. Может, за шинелью этой? Может, у Сталина скоммуниздить? Так, зубы есть, палец есть. Попробуем еще раз тот труп, хули. Мы без него можно тоже лутануть. Не, нельзя. Залетка. Бля, неужели обратно, сука, не хочу. Придется. Тут вообще тут даже вперед идти нельзя. Какая-то комната бесконечная, блядь. Комнате со стулом. Это в какой такой комнате со стулом? Может, не одарил какой-то нож найти? И себе глаз вырезать героя. Отвертка в кладовке. Точно. Точно. Вот жалко, что предметы нельзя сразу подбирать, только потом. Непонятно. Ну, гоу. А, хуй там не поможет. Хм. На тумбочке возле выхода. Тут ничего. Тут бальзам звездочка. Банка в холодосе не подбирается. Блин, может, я просто жму что-то не то, может, у меня уже все есть. Тут же глаз тут. Да и зубы тоже тут, блядь. Чью колбасит вообще? Опять к шепотам. Не хочу свет вырубать, но придется.
сегодня. Ага. Да правда, что ли? В комнату деда. Бля, не хочу в... А, кстати, я не чекал, знаете, я не пробовал там в ванной поковыряться. Тут просто активных элементов нет, как бы. Кнопка не активируется, ничего не появляется. Бля, хата, конечно, супер аутентично выглядит. Прям в советских хатах теперь находиться страшно. Бля, придется эту комнату исследовать, походу. Ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. Я уже не выйду отсюда. Блять. Я тут застрял навсегда. Ой, только у меня, блядь, сенса сбилась. Какой у меня последний сейв был? Так, палец, глаз и зубы. Палец берем. А, звук убавить, точно. Так, сейчас скрипт покажет, что мне нужна штука эта. Для отрывания сабжей. Посмотри в ящике, откуда варенье капает. Он показывает, что там заперто. Ну, вообще, да. Очень хорошая мысль. Может, сейчас отперлась. Картина с чуваком из Слепнота. Ну давай, блять, да понятно. Где глаз-то? Нужна подсказка. Подсказка донатера нужна. Помощь аудитории. Блин, вообще, если там... Может, это скрипт такой, что я должен пропиздюхать туда? Блять, ладно, гоу. Чардж, 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 чардж. Не убьешь, скотина. Ну, повезло. Так, ключ от чего? Ну, явно от этого ящика, наверное. Тогда от другого ящика.
Только я хотел сказать, что ребенком, блядь, меня не напугать нихуя. Ну это хрень, это не страшно. Чарджимся. Те мандец, школьник. Ага, понятно. Ага. Окей, я готов. Что, блядь? Он сильнее в темноте, когда ты осветишься комнату, он станет слабее, ты сможешь выбраться. Это ключ от ящика под потолком. А кто мне помогает в таком случае? Кто? Соседи? Которые писали ему гайд. Свечки. Так, мне что-то подсказывает, что эта скотина сейчас за мной бегать будет. Как это нечем поджечь, если, извините, тут курильщик живет, блядь. Тут живет курильщик, старый дед. С беломорканалом, блядь. Очевидно, должно быть чем. Так интересно, чем? Можно от плиты подкурить. В комнате с куклой. Бля, не хочу возвращаться туда. Кстати, да, над телеком же спичка с сигами валялась. Так, вот спички. Это же спички, нет? Нет, это беломор. А где спички, жига? Во, вот от этого прикурить можно. Тоже. Ой, не нравится мне такая хуйня. Ну, начинается. Поломался. Это Беспан, да? Так, ладно. Ищем жигу. Жигу или спички? Может, у трупа есть в кармашке? В комнату со стулом я точно уже не пойду. Беломор-канал. А, блин, а зачем это, зачем этот ящик вообще? Бальзам «Золотая звезда», ну... К чему, бля, эта комната вообще? Ах ты, сука.
В ту комнату опять я не пойду. Ага. Так, скример. Это мои шаги или егоные, я не пойму. Вроде мои. Попробуй еще раз. Тебе надо слушать. Не хочу. Игра по сумасбор треду, не сумасбор, это говно очередное. Ах ты ублюдок. Что-то молодой какой-то. А так это же я, это же я главный герой, блядь. Ну подожди, судя по звуку, звук был сзади. Мне, наверное, надо догнать этого чела. Бля, я не пойму, это мои шаги или нет. Почему шаги сзади? Может, вниз надо? Ой, бля, что за кринж? 2D ебаные. Так. Да, блядь. Было близко. Тут скрипт, походу. Поэтому можно просто методом проб и ошибок затащить. Так. Ну чё, когда скример? Блять. Опять заново. Донатим, ребята. Так, ладно, повторим процедуру. Сюда, потом сюда. А теперь вырубим свет и будем слушать. Ой, не хочу. Ой, не хочу. Типа ниже еще нельзя, значит, надо назад, maybe. Ой-ой. Опять сзади звук был.
Тут же звук, тут же звук. Но мне говорят, попробуй еще раз, блядь. То есть я иду по звуку, а получается говно какое-то. Ладно, пробуем еще раз. Надо просто паттерн заполнить. А, если за дверью слышны звуки, лучше туда не ходить. Понял. Я-то думал наоборот, блядь. Скинджоп. Ну сейчас тут нет звуков. И тут. Но и тут дороги нет. Было бы эффектно, если бы сейчас из-за этой двери главный герой вышел. Да, блять, вы чё, рофлите? Чё, вместо того, чтобы Resident Sleeper, блять, пастит, лучше бы гайд скинули. Хотя не надо. Я еще разберусь. Я просто все варианты перепробовал. Так, ну, значит, там внизу все-таки, наверное, проход был. Кстати, звуки слышу тут. А, вверх же можно еще. Точно. Ой, ну пизда. И тут звуки. Тут везде звуки. Может, и не везде. А, ну тут некоторых дверей просто как бы нет. Формально. Вот единственная дверь здесь вот. Но и за нее нихуя. Вот это. Странно. Вот это. Ага. Блядь, я не вы что-то слышу, ну ладно. Скример. Слышу. Не пойду, не пойду. Че за ересь? Текстурку какую-то.
Но это единственная дверь, окей. О, нет. Блядь, уходи отсюда. Ну, фак. Ну, давай пиздиться, тварь. Ну давай, скример. Бегать нельзя, значит он за мной не гонится. Ах ты, сучка. Старый хрыч. Чё, я умер? Тебе надо слушать. А, опять лабиринты, что ли, сраные? Блядь, я надеялся, что... Но за ту дверь мне точно нельзя. И за эту нельзя. Продолжение внесите 100 рублей. Слишком большие бабки для этого чата. Походу. И не для продолжения, а для выхода видоса. Ну ладно. Можно еще. Плюс чат, кто жив. Плюс чат, кто жив, или я офаю. Так, с плюсами работает. Теперь по полтиннику можем закинуть. Бля, неужели на этого бича надо нападать? Это, кстати, ублюдок получился из деталей, которые я собрал. Бля, не понимаю, куда идти. Тут есть звуки. Тут нет звуков, меня должно пустить. Но меня просят еще раз выйти. Да где скример уже, давай. А тебе что, самому это надо? Спасибо за сатыгу. Мистер Флаустерс. Благодарю. Флаустерс, Фластерс. Благодарю. Сатыга только на видео, гайс. Че, мне сюда, что ли?
это я понимаю. Бля, не хочу. У меня еще герой не бегает. Спасибо за болтос, Этер Снейк. Бля, я не хочу туда. Кстати. Во, в Савке, видите, все обворовали, вообще почты нету. Не то, что в Америке. Бля, придется сюда, походу. Бля, ну если я не хочу. Сколько занести на скип игры, а сколько предлагаешь? С Donut Goal соглашусь. Звуки есть. Пиздуй в лифт. Ладно. Здорово. А, мы поехали, типа, да? Бля. Можно выйти быстрее? 50 тысяч рублей сойдет нормально. Я не жадный, мне хватит. Мандец тебе, старый пердак. Так, а как поставить свет? Бегать мы не можем, значит, он на нас не охотится. Ну чё, вот я свечу взял, куда её ставить-то, блядь? Тарелку на какую-нибудь. Сюда. Место колбасы. О. А, в любое место можно ставить, да, наверное. Так, здесь надо зажечь. Да иди нахуй. Скример, да, скример. А что сделалось. Уже не страшно, не, я морально готов теперь. Тени, может, какие-то. Ну что за хрень? Еще двери есть. Ах ты, блять, картина здесь. Ну давай. О, вау. Ой, ну это кринж.
Вот это уже кринги. Так. Ну. Чё от меня хотят? Неужели в ту комнату сраную? Нельзя. Атака деда. В натуре. Так, там что-то светилось. Так, раз комната была, два комната была, три. Какая третья? Вот это третья будет. Так, четвертая — сортир и... Да ёптель-моптель. Я больше не хочу. Что? Донатим, ребята, иначе у меня сердце... Вот сволочь. Вообще ко мне не враждебно настроен. Блять. Ой-ой-ой. Ёбаный-бобаный. Что делать-то? Они хотят видос, так я тоже. Я просто не могу. Вы понимаете, почему я не могу? Я тоже с радостью бы его выложил. Но понимаете, полоска не заполнена, чуваки. Надо заполнить полоску, тогда видос выйдет. Понимаете, в чем проблема? Я тоже, блядь, всей душой хочу, я просто не могу. Я не понимаю, куда? В ванную, что ли? Свечи я не могу расставлять, зажигалка не работает.
Блять, ну попробую, попробую зайти в ванну. Я сниму наушники. Не, ну а хули? Продолжаем. Давайте криповую комнату. Так, не понял. Сейчас не понял нихуя. Блять, я думал, не бежать надо под кровать. Курочка ушла. Донатим, ребята. Бля, вот это я понимаю, как я давно не слышал таких внушительных сумм. Ну, справедливости ради, я не стримил давно. Прям раз в 5 дней, конечно, стримить это равно не стримить вообще. Вот на туалетку поставлю или нельзя. Бля, отъебись. Куда поставить? Спасибо огромное за 1000, Дюк Флид. От души. Давно не видел таких внушительных сумм на стриме. Сейчас. Что происходит? Что это было, блядь? Спасибо огромное тебе за 1000, чувак. Тупо в соло стрим закэрил. Так, две еще, значит, одну там в комнате со стулом, а где еще одну? В сортире, в ванной, здесь. А где Ластецкая? Спасибо тебе огромное, чел. Чел. В коридоре. А-а-а. Да, maybe. В смысле, это что? Кто где ходит? Прямо тут поставлю на краешку. Ну давай. Скример, да? Какой стул, блядь? Какой в пизду стул? Я же не уйду отсюда живым, да, блядь? Что? Ауч.
Хорош конец. Ок. Ну и кал. Ну, с середины реально кал какой-то начался. В начале было пизда как стрёмно. Врать не буду. Это только одна концовка, а есть разные. А вот нахуя вы у Куплинова видео смотрели? Позырили бы лучше у меня. Да теперь в Грэнни? Не, Грэнни проходил я. Эти деньги пойдут на покупку видео приставки Не. Sony PlayStation 4 для нашего общества. Конец. Ахахахахаха. Точка. Грэнни намного менее страшная, чем это. Грэнни вообще, она такая, блядь, она дурацкая немного. Я ссался в нее катать, но она менее страшная, чем много всего. Чем 90% выбранных мною хорроров, на самом деле, на стриме. Спасибо за 500 рублей, Флаустерс. Блин, появляется шанс, что завтра видос выйдет круто. Прям он растет на глазах. Спасибо тебе огромное за пятиху. Ой, блядь, ну я и обосрался, блядь, как следует с этой игрушки. Кстати, респект чуваку с ником Борщ, потому что он первый, кто написал название блюда Борщ, так как его пишут американцы. Борщ. Lost in Vivo, да, проходил. Неплохая, но не такая уж страшная тоже. Ну, у нее другие достоинства. Там ломание четвертой стены и так далее. Так, час прошел, мне бы еще подвигать, на самом деле, сиськами своими. Как немцы, но с ошибкой. Не, американцы пишут борщ. Даже на Википедии называется борщ, а не борщ, что очень странно. Сними про диоды и транзисторы, а то зачет скоро. Смотри, диоды — это, считай, фришные бесконечные лампочки. Это охуенно. То есть мне в детстве нравилось, когда в игрушке была не лампочка с батарейкой, а именно светодиод. Это было супер охуенно, потому что ты понимал, что она никогда не разрядится и будет бесконечно гореть, так сказать. А транзистор — это игра такая в стиме. Все. Зачет получишь. Так, а чем мне еще с вами заняться-то? 2 часа все прошло. Видосы. Тесты. Еще страшилку. А нету таких. Очередная игра в помойку. Почему? Я нормально так получил этих эмоций от этой игрушки. Девяносто две минуты. Демо резика. Надо. Ее на ПК нет, а я плойку не хочу включать. К тому же у меня плюс не проплачен.
Может, отдыхать уже пойти. Кстати, на эту игру в Стиме рецензию пишет Юля Курочкина, у которой 758 товаров на аккаунте, и из них всего 15 обзоров. Почитай книжку, пока я буду засыпать. Блин, вообще я как бы, у меня как бы ковид, блядь, вообще, судя по всему. Ну, 99%, поэтому мне бы как бы, блядь, особо не засиживаться и не напрягаться, блядь, так сказать. Но все-таки я не пусенька, я все-таки, типа, я сильный человек, блядь. Поэтому я бы еще посидел, что-нибудь поделал. Было бы что, блядь? Смешариков подавать боярам? Смешарики сейчас... У них политика жесткая. Могу пойти просто видео делать и все. Ну, доделывать. Ланч Лэйди, посмотри. Бля, на второй хоррор меня уже не хватит. В основном положительные. Ну, блин, отзывы хуйня, значит, не буду. Самый сильный человек в Великобритании. British. А, Resident Evil Village, по-моему, и на компе есть демка. Да ладно. Пойду ложиться, завтра тест сдавать. Завтра же видео выложу, завтра же сделаю пост на Ютубе. И завтра же буду планировать стрим с лисичками, наверное. Вот. И, возможно, тик еще будет завтра. Все, тогда микротик сегодня был. Всем пока.